Так, ладно, не будем проверять, там делать что-то. Ребята, все, кто подписан на канал, мы сейчас перешли на Яндекс.Дзен и на Рутуб. И в Телеграме мы еще есть, так как Инстаграм у нас все, мы его, короче, похоронили, оставили. На Яндекс.Дзен у нас рыбацкий канал, и на Яндекс.Дзен у нас еще один канал, где мы путешествуем, катаемся на велосипедах, ну и вообще такие вложики, которые будут из нашей жизни происходить. Короче, ребята, ссылочки мы оставим внизу под описанием. Вот, и много вопросов мне не задавайте, что там и как, сами разбираемся, сами смотрим. Единственное, могу сказать, что Яндекс.Дзен мне понравился гораздо больше, по одной простой причине, потому что там можно писать статьи, выкладывать видео, делать какие-то посты, и там нет просмотров, а есть читаемость. Не знаю, как это выглядит, в общем, за подписчиков идет оплата, за посты идут тоже начисления, плюс какие-то бонусы, тоже не разобрались еще. Я так понимаю, за бонусы ты можешь продвигать свое видео, то есть они каким-то образом у тебя накапливаются, и ты его продвигаешь в массы. За полтора, грубо, двое суток, я такого даже не ожидал. То есть, чтобы получить монетизацию, ну, казалось бы, там 10 тысяч минут нужно набрать, чтобы на Яндекс.Дзене получить монетизацию. И получается, что за двое суток я уже набрал 8 тысяч, осталось 2 тысячи. Вот. И причем самое, что интересно, Яндекс.Дзен сам продвигает свой продукт. То есть они заинтересованы. Не как YouTube, допустим, вы выкладываете видео, да, и нужно кучу-кучу вложений. Да, там, понятно, платят больше. Но сейчас не об оплате идет речь. Сейчас идет речь о спасении своего контента. То есть мы же все равно как бы занимаемся творчеством, рыбалкой, велосипедами, походами и тому подобное. И я сейчас не говорю там, переходите срочно, кому не надо, оставайтесь здесь на YouTube. На YouTube мы тоже будем выкладывать видео, пока его не заблокируют в России. Заблокируют, ну и флаг с ним, как бы дальше будем развиваться. Я имею в виду, что если кто-то хочет, я оставлю ссылки в описании и в комментариях закреплю пост. И, пожалуйста, переходите, мы только будем рады, чтобы нас не теряли. Потому что в Инстаграме нас больше нет, так как он признан каким-то там террористическим. Да ну его нафиг с ним связываться. У нас есть шикарная группа в Телеграме, где мы просто рассказываем о наших путешествиях. Ну и делимся там какими-то рецептами, походами, выездами, покупками. Ну то есть такой домашний влог. Есть на Яндекс.Дзен у нас канал, который только про рыбалку, только про снасти, только про спиннинги, катушки, веревки, лески, крючки, грузики, чебурашки и все подряд, все, что касается только с рыбалкой. И статьи там тоже будут выходить, такие всякие разные. Ну, иногда хочется что-то написать, а не снимать, и я написал. Второй канал у нас идет только походы. То есть я туда приравниваю палатки, велосипеды, выезды, куда-то там всякие базы отдыха, где-то в деревне, в лесу, то есть неважно, там же и рецепты будут. На Рутубе тоже не знаем эту платформу, на Рутубе кому удобно, заходите на Рутуб. Ну, в общем, выбирайте сами, какая платформа вам интереснее. Для ютуберов, которые меня знают, которые, допустим, как бы принимают участие в творчестве, могу сказать одно. Вот мы выбрали Яндекс.Дзен. Во-первых, мне понравилось, что за каждую статью, да, ну, допустим, вот как бы видео можно снять, но оно, допустим, какое-то такое объемное получается, да, и трудоемкое. Ну и как бы иногда бывает настроение снимать, иногда погода не позволяет, а иногда вообще просто, ну, негде снимать. Вот кухонный влог только записывать, и все. Поэтому иногда можно и статью написать, и она тоже оплачивается. Статья оплачивается, пост оплачивается, вертикальное видео оплачивается, обычное видео оплачивается. И самое, что интересное, то, что сам Яндекс.Дзен самому автору помогает в продвижении его же творчества. Естественно, все отбирается вручную. Был момент, когда мы загрузили видео, и какое-то видео у нас просто
исчезла. Не знаю, по какой причине, ну, как бы исчезло и все. По поводу перезалива, это я сейчас общаюсь с блогерами, уже не с людьми, которые с нами, а с блогерами, которые нас смотрят и подписаны. Это удобно, что вот за все, даже за подписчиков, платятся деньги. И у Яндекс.Дзен они продвигают тебя, если, ну, естественно, ты нормальный, хороший контент записываешь, грамотно подходишь к нему, допустим, там оформление само видео, превьюшки, описание, то есть они все это проверяют вручную и могут дать или не дать добро. Если вы перезаливаете свой контент на данный хостинг, допустим, да, то обязательно нужна ссылочка, что вы являетесь автором. Ну, то есть почитайте это сами, там все просто. Вы являетесь автором данного контента, потому что перезалив, если они, допустим, ну, вы им не докажете, что вы являетесь автором, у вас, естественно, все похерят, и ничего интересного не будет. Что могу сказать? Что ждет? Буквально через пару месяцев все, начинаются выезды, рыбалки, походы, да все подряд, то есть дома мы летом не сидим. Ну и зимой это как бы тоже вот эти вот все непонятные вещи, которые происходят, я думаю, что все устаканится и контент поднимется. И вот все, пока всем все сказал, ссылочки там внизу, не буду воротить никаких наворотов, монтаж, мандраж, вот такой быстренький экстра ролик, и давайте, залетайте. А кто не хочет, можете здесь оставаться. Здесь тоже будут также дублироваться все видео, пока YouTube не заблокирует. Все, ребят, давайте. Всем пока, всех обнял.